Заседание административной комиссии Десногорска состоялось 24 ноября. Участники рассмотрели 20 протоколов о нарушениях закона Смоленской области. Традиционно некоторые горожане пренебрегают комфортом своих соседей в ночное время, а также правилами парковки. Ну, если приходится, конечно, осознаю. Я же не специально. Ну, я же не против там какой-то системы. Есть парковка, я, пожалуйста, припарковался. Нету, я встал куда смог. За неправильную парковку автомобиля пришлось расплачиваться 17 автовладельцам. Помимо прекращения производства по делам, были назначены и штрафы от 3 до 4 тысяч рублей. Раскошелиться придется и любителям пошуметь в ночное время. По этому нарушению было 3 протокола. Итого 3 штрафа от 1 до 3 тысяч рублей.